Так, приветствую на моем канале. Сегодня у нас старт лиги Mayhem, как мы видим. И, в общем-то, я ее стартанул уже с опозданием, к сожалению. Буквально несколько минут назад зашел в игру, что я увидел. Здесь усиленные монстры, все у нас классно, хорошо. И какое стартовое умение я здесь вижу. Это волна холода. Она по квесту дается бандиту, и, в общем-то, бандит оптимальный, как по мне, для старта этой лиги, то есть для старта любой лиги и начала нового аккаунта, если вы новичок, про что мы, в общем-то, также поговорим, про что мы говорим на нашем канале «Филиппины». Что у этого холода интересно? Она взлетает за экран, это фактически возможность быть практически лучником, будучи... Вот обычно таким мужиком с мечом, с топором, с кинжалом, с магическим жезлом, с волшебной палочкой и всем таким. Это дает возможность комфортно играть. В общем-то, мы отходим, включили это все. Ну и лучник вариант тоже, кстати. Вот еще такой неплохой вариант, это будет лучник. Потому что ближникам очень большой риск подходить, можно получить по голове, в принципе. У многих встречается в чате, там людей подгорает потихоньку. Вот нашли уже жезл, это положительно будет для этого билда. Можно с этой волной холода очень много играть, потом похищение всяких сущностей, там в хаос уйти, бандит позволяет уйти как в хаос, эти стихии, и менее эффективно в хаос, это в принципе его основная ветка, ветка ассасина, она вся на постепенный урон, там и на криты, на постепенный урон, тем более множество критов можно превратить в множество постепенного урона, меньше урона от ударов, но больше ударов, больше урона от состояния. Потому как по мне он очень универсал, он может быть и дагерщиком, и скинжальщиком, магом, лучником, ну в принципе, наверное, может быть кем угодно, но кроме такого суперэффективного атака. Вот все, что на нанесение урона, на... Он и наносит урон, а также от него за счет уклонения воротов, энергощита, в принципе, защищается по возможности. Как видим, какого-то проблемы, какой-то сложности, какой-то вот непроходимой такой, невозможной какой-то ситуации пока не возникало, я думаю, что это будет нормально. На сложных таких вот мини-боссах у нас еще есть умение удар гадюки, можно его кинуть несколько раз, он накидывает отравление, ну и также... В принципе, наносит урон. Можно нанести, отбежать. Сейчас мы попробуем это все. Как видим, маны, в принципе, хватает больше, чем урон. Пооткрываем сейчас все сундуки, как видим, кач идет. Ну и, в общем-то, все, кто стартанул эту лигу, подписчикам, в общем-то, всем желаю удачи. Действительно, как раз на выходные есть что-то интересное, можно, в принципе, провести время в игре. Я каких-то больших высот здесь, скорее всего, не возьму, потому что еще много всяких планов, но тем не менее зайду, посмотрю, пообщаюсь.